У меня спросили, продавец из красного-белого, какую ты водку можешь порекомендовать? Мой вариант будет такой. Водка Тундра. Она сделана на альфа-спирте, она мягкая и стоит, самое главное, недорого. Оформление великолепное, строго, лаконично, аромат. Вы знаете, такое впечатление, что я просто сейчас нюхаю родниковую водичку. Никакого спиртуозного противного здесь нет. Небольшой глоток, ваше здоровье. Глоток оказался чуть побольше, но самое интересное для вечеринок. После глотка этой водки не хочется бежать и закусывать, что очень важно для студенческих вечеринок. Все в этой водке исключительно, и даже цена. Дорогие друзья, если вдруг куда-то под шашлыки, или на вечеринку, или куда-то навстречу, водка Тундра, я думаю, отличный вариант.